Привет тебе, я Коперник, и у нас продолжение игры под названием Seasons Beatings нам открыли новые возможности Слумо. Так, погнали, посмотрим, что тут мы можем выполнить, что можем сделать. Так. Одна звезда, одна, да-да-да, я в прошлый раз что-то припоминаю, по-моему. Ну, посмотрим. Миллион ли попробуем сделать, да? О, как все красиво слоумошное. Ёпта. Бум. Уху. Слоумонский. Какая слоумо собачка. Оу, понял. Чирик. Опс. Ну смотри, раз, два. Оп, оп. Слоумо бака. Ау. Такая завопила аж бедная. Да что ты? Да так, вот эти оба два пошли отсюда. Да. Так, это с пушкой. Псина. Не воркуй мне тут. Да почему? Они же такие медленные должны быть до пизденения. Оп. Оп. Так, 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 так. Раз. Два. Собака. С пекалем. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так, 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 сейчас. Оп-оп. Осторожнее, осторожнее, осторожнее. Слумобака! Оп, оп, оп. Раз, два, три по почкам. Раз, два, три по печени. Блять, 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 сука! Какого ты Хиросимы, блядь? Какой ты, сука, Хиросимы-то тут начал? Нах, пошел. Ой, пекаль. Пекаль мне нельзя использовать. Только исключительно ручной труд сделает из нас человека. Собака, блядь. Собака, блядь. Оп! Так почему? Ну почему? Ну почему? Что это за грязь беспонтовая? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот это было жестко. Оу! Подожди, он выше меня же стрельнул вроде как. Пошел, 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 пошел! Пошел, 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 пошел! Пошел, пошел, пошел. Раз, два. Пролетариат, блядь. Исправляемся, ребята. Исправляемся.
Да ебучий пес! Да ебучий нож! Бум! Бум! Не, нихуя. С оружием беспон. С оружием беспон там делать. Ну, в смысле, с огнестрелом. Так. Бум. Пора отреагировать на меня. Отлично. Лови. Собака. Лови. Петуч. Лови. Лови. Есть кто еще недовольный? Почему тапа-тапа-тапа-тапа-тапа сзади себя не слышу? Неужто один ретард за мной не побежал? Ни один ретард. Хо-хо-хо! В чем прикол? По-прежнему одна звезда. Я не прошел? Не считается? По идее. Типа нельзя с читами проходить? Блин, да это и с читами-то еле прошел, а без читов. Вообще какая-то засада серьезная. Попробуем, конечно. 7-й же уровень там был, да? 7 это счастливая цифра для меня. Сегодня будет, видимо. Ой. 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 Быстро нарезаем всем. Надо сначала вычислить, где стоит чувак. Дух. Так. Сейчас нарежем, не очкуем. Так, раз. Оп. Оп. Так, второй. Оп. Сука, чуть-чуть не дотянулся. Опа. 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 Ай-я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 й
Отлично. Опа! Сука. Сейчас мы ему чутка подкоротим жизнь. Блять. Идет хуёво. Ключ. Блять, вот это я явно зря сделал. Надо было оглушить и добить. И добить. Слоуму бака. Пым. Пошли вон отсюда, ретарды вонючие, блядь. Нож где? Ой. Пым. Ну как? Сука, блять, дробовик как назло. Как назло. Отлично. Да ебучий как? Как ебучий ты штрудель, блядь. Отлично. Тихо, 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 тихо. Все, понял, я понял всю стратегию, смотри. Блять, вот этого я забыл. Смотри.
Сейчас. Главное, что у нас есть один чел с ножом. Ну, это самое важное. Смотри, теперь... Блядь, дотянуться до... еще одного. Да еб... Да, блядь, где нож? Где нож? Вот нож. Заебца. Так, бейсбольная бита, наверное, по... Да, длиннее радиус захвата, да? Да как? Сейчас ваше очко будет трещать по швам, ребята. Что это за нечестность такая? Ты же серьезно, это, блядь, нечестно. Тихо. Тише. Собака сутулая. Где? Опа. Смотри. Какая жопа, а? Ты у нас... А, ты у нас дубиношник. Ча-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 а. Короче, все понял. Сначала берем вот так вот. Потом берем вот так вот. Опа. Теперь смотри. Чик. Этому делаем чик. Первым делом надо вынести со стволом чувачка, да? Поедок. Да с пукалкой, поедок. Это была жесть. Так, сейчас. Давай, падла. Раз, два, три по почкам. Раз, два, три по печени. Блядские черти. Да как так-то, блядь? Жалко, что здесь нельзя отражать эту пулю бейсбольной биты или чем-нибудь еще, типа ножом. Гаечным ключом, мне кажется, гаечный ключ отлично бы для этого подошел. Блять, пролетариат штопанный. А этого я убил. Собака! Кс-кс. Пошла нах. Да ебучий ты свина, дудь! Надо, короче, выпить, наверное, литра 3 еще кофе. Для полного счастья, чтобы я просто, блядь, на сверхскорость уже мой мозг вышел. Ну тогда есть шанс, что, блядь, могу не закончить особо много все это дело. Да как? Еще больше сансу давайте сделаем. Отлично. Ща. Да где, блядь? Тихо. Так, отлично, здесь вроде спокойный край. Да я откуда? Какого хуя ты сюда раньше никогда в своей жизни собачьей, блядь, не заходил, а теперь решила зайти? Отлично.
Ой-ой-ой, это-то зря сделал. Пес. Как эта игра сделает из меня, блядь, злого какую-то... Ты ебучий, ты! Нахуй пошел, нахуй пошел! Серьезно! Ну, что-то у меня у мышки, видимо, с DPI печаль, беда большая, но... Не удается, не удается, не удается! Нихуя не могу сделать. Да не могу я, блядь, это сделать! Ну не могу! Другой уровень попробуем, а хуй знает. Чисто со стволом четвертый. Чисто со стволом четвертый. Это вообще реально. Хуй ее знает. Вряд ли. По-моему, это нереально. Хотя... Знаешь ли... 7. 2 выстрела осталось. Блять. А я ее чисто только смли про... Смли тоже можно ее только пройти, да? То есть серьезно прям таки. Чирык. Врываемся. А кто там спал? Блять, с пукалкой стоит, да, с мощной. Сука. Идите в очко, ребяточки. Так. Мли пока себя оправдывает. Не, вы чего? Вы чего, ребята? Ну вы чего, серьезно? Уж пятый уровень может получиться. А, этот я уже, по-моему, пытался на одном из дублей. Ага, все. Ну, в принципе. Такое чувство, что у меня мышки чего-то не хватает, кстати. Нах. Ты! Встает еще, пидор. Все довольны, блядь. Все, блядь, довольны. Пидоры. Уебок. Пизду его. Я не знаю, как это дело пройти. Пока что. Седьмой пытались. Восьмой не знаю. Чисто с пекалем. В принципе. Реально. Для дробовик. Ого. Так. Что такое, чел? Все хорошо, хорошо. Это было красиво. Есть что, вроде патрон. И ждет в стволе патрон. Сука! Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Это было потно, блядь. Ох ты ж вас там, блядь.
Чирик. Нах, пошел. Бля, дело плохо. Все. Да ебись оно все чипыльдуком. Так, экономим патрон. О-о-о-о! Через стену прям пролетает, да, здесь выстрелы. О-о-о, бляха. Мне кажется, это не легче, чем то, что было до этого. Ни разу не легче. Сука. Так, смотри. Ты. Почему с такого расстояния по ним не могу попасть? Они могут по мне с такого расстояния прям попасть. И попадают прямо заебись же. У них это выходит просто шикарно. Бляха, надо, чтобы они все свои ссаные патроны потратили. Тогда я тоже буду в пососе, кстати. Тогда я тоже буду в пролете. Это будет слегка херовато. Ну ничего, ничего. О-о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 -
Тихо. Никому об этом не говори. Оу. Блять. Да ебучий ты чёрт! Отлично, ещё какой-то тут пекаль есть. Угу, прям даже так. Воу, воу! Нах, пошел. Блять, дело плохо. Дело плохо. Дело плохо. Это серьезно. Так, тут просто главное позадрачиваться. Тут просто главное, говорю, задрочить этот уровень. Да нельзя просто, и все. И все будет заебись. Собака. Раз, два, много вас, там дюжи, блядь. Дробовик. You got a shotgun, baby. Так, теперь смотри. Забегаем сюда. Шлем им... Ох ты ж, блядь. Горячий привет.
Чирык. Ну. Чирык. Ой-о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 й
А как ту-ту-ту-ту-ту откуда? Ёпс. Там была целая толпа чуваков, приятелей. Так, отлично. Здесь, я думаю, так все и рассчитано специально для этой бугульмы. Смотри. Сука, и была осечка, это был четвертый выстрел, да? Так, отлично, врываемся сюда. Раз, два. Сука. Почему я по нему не попадаю постоянно? Ну не могу я по нему попасть. Да он так, блядски, бежит на меня. Чек. Чек. Бляха. Раз, два. Так, ну теперь, пожалуй, побегаю, попрыгаю здесь. Попытаюсь, блядь. Откуда? Смотри, вот этих я двух убиваю. Они выскочить уже неоткуда. Эти двух петучей я тоже убиваю. Им тоже выскочить уже неоткуда. Нах, пошла, нах, пошли. Мне кажется, до пизденения сложно будет долго. Нет, мне нравится, когда сложно, но попробуем с пистолетами второй уровень, я хер. Так. Фу. Извините. Сэр. Охуенно. Да епически ты самозванец, блядь. Ну не может она с такого расстояния нормально завалить кого-то. Это вот ружбайка наша. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ёшеньки, ой-ой. Охуенно. Как у других людей получается нормально эту ебабледину пройти? И ни одного уровня не могу пройти, серьезно. Даже, блядь, примерно. Возможно, что-то получится, конечно, но... Нет, не получится. Тихо. Говно. Молодцом. Бутерброд, блять, с огурцом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пиздота вылетела. Из конуры своей вафельной. Да как так-то?
Прям вот совсем в них прям стреляю, прям в живот им, блять, обеим. Да, блядь. Так, сука, и живем. Так, блядь, нахуй, всю свою жизнь все работает. Нет патронов. Ну вы, блядь, держитесь. Вы, блядь, крепитесь. Там, сосите бубенец. Так, блядь, нахуй живем. Другого выбора не было особо. Да нахуй иди! Нахуй пошел! Со своей, блядь. Первый. Второй. Супер. Это пиздец тяжело на одном каком-то стволе пройти все. Ну, давай где-то попробуем чисто физически как-нибудь ради интереса проходить на рык. Откуда? Там разве раньше был? Этого не помню особо. Блёха. Что это за жесть-то такое? Прям точно же, блядь, в него! Это было жестко. Это было жестковато слегка. Вообще неизвестно, откуда он там появился. Ебать вас там. Даже так. Так, тут надо вообще потом патроны...
One shot, one kill надо здесь делать. One shot, one kill. One shot, one kill, Вич. Да не, ну, не укрыться от них. Ну, может быть, у меня до какого-то до опизни на тяжелом уровне все запускается. Может быть, реально тут уровень можно поменять, сложность, я не знаю. А, нет. Нет, нельзя. Нет, нельзя. Так, оп. Оп. Так. Чувак, привет. Есть кто? Есть. Выблядки какие-то, блядь. Ну, еще не убил. Текс. Мя. Сука, какой же ты меткий гнида. Мету. Еще один выскочил. У них, видимо, какие-то рандомайзеры полные работают. Я хую знает, как так. Но такое чувство, что у некоторых людей эта игра работает. Немного по-другому. Блять, это вообще. С собой закрыл Аки щитом живым. Ах, супер! А теперь какой-то хуй врывается, блядь, с волыной. Вообще заебись. Нахуй пошел. Во, теперь какой-то хуй просто через окно стреляет. Чё-то рандомное здесь. Полностью сплошной блядский рандом. Сплошной блядский рандом. Охуеть. Еще какие-то выродки, блядь, забегают. О, теперь еще и не застрелите всех даже. Уже что-то до пропизди много становится. Ну. Бррррр. Теперь их трое оттуда выскочили. До этого их там было двое, теперь трое. Ладно. Нахуй пошли. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Есть там кто с волыной. Там еще вроде один был. Так, мне еще вроде здесь патроны есть. Так, во, лучше вот это взять. Надежнее будет. Охо-хо. Guns only. Да, сучка! Десятый уровень, давайте посмотрим. Такой же, как и первый, только десятый. Да ш... Кто? Кто? Сука. Это был просто какой-то дикий трэш, угар и садомия, блядь. Чё, сейчас смотри. Раз. Два. Оп.
Оп. Сука. Так. Понял. Да, да. О, откуда? Откуда? Они со всех сторон, блядь. Чтоб пересрать, блядь, можно. Ждем. Раз, два. Блядь. Чик. Чирык. Да ебучий пес, блядь. Да и сука, ты, блядь, бешеная, сука. Нахер пошел, нахер пошел, нахер пошел. У вас там еще и со стволами хуево тьма ребят ходит. Ой, хорошо, твой товарищ, да, только что прокатился, блядь. На животе в луже крови. О, вот это было жестко. Ча-ча-ча-ча-ча, сука! Ебучий ты слон! Ебучий слон! Я, сука, ковырял же ее! Тут тварь вонючая, блядь! Это пиздец сложно, ребята. Да, о, пиздец сложно. Как оружие пролетариата, оно глушить в принципе не может. Он меня подвинул, блядь. Он меня, сука, подвинул. Оба-ба-ба-ба-ба-ба. Да ебучий ты пес! Нахуй пошел, нахуй пошел! Нахуй пошли, нахуй пошли! Похуй, теперь всем буду отбиваться вообще, все, что есть. Всем, блядь, буду сейчас отбиваться. Я просто, блядь, даже предвижу эти ебучие задания. Собери 3 звезды с 3 уровней уже. О-о-о-о, бляха. Дело плохо. Там чуваки уже дальше с пистолетом идут. Совсем плохо. Врываемся. Врываемся. Не поможет. Врываемся, здесь не работает. Никаким, блядь, боком не работает здесь технология под названием «врываемся». Ooh.
вообще жопу увидел. Охуенно, я аж через окно вылетел. Пох, сейчас просто пройду, потом уже буду заморачиваться по прохождению. Оу! Мышка запуталась. Пардонте. Да ебучий пес! Нахуй пошел. Вообще без оружия остался. Какой-то тыкач подбежал ко мне. Бок тыкнул. Своим ножом, блядским. Охрененный, подобрал дробовик, который без патронов. Надо же, блядь, было именно его подобрать. Ой, ой. Ой. Врываемся. Врываемся. Еще собака. Блять, еще медведя, чтобы подбежал и трахнул, блять, в жопу. Такого нельзя сделать. Было бы еще супер мило. Просто подбегает медведь, потом тебя еще в жопу трахает. Сука, мимо того... помимо того, что тут куча всяких чуваков с пукалками, собак, с ножами, с хуями. Медведя, просто, блядь, гигантского, сука, медведя. Подбегает тебя в жопу трахает, и все. Говорит, иди-то нахуй. Пошел нахуй. А что ты хотел? Ты купил игру, блядь, в Стиме. И соси теперь. Большой медвежий волосатый лапа. Ебать вас там. Собака еще сзади подбежала, вы судя по звуку. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Отлично. Теперь я еще не с первого раза по ним попадаю, блядь, ёбаной монтировкой. Откуда даже звука не было? Ёбаное говно, блядь. Ёбаное, блядь, говно, блядь. Один стулья, хотя посмотрим. Что, к чему, да почему. Так. Что такое? Я вижу кого-то. Ага. Таких уровней тут не было. Думал, тут типа все повторяется. Ебать. Вот это удача. Вот это удача была. Ну как удача относительно. То есть смотри, прям выбегаем, прям хоп ему в ноги, блядь. Ребята, вы серьезно? Охуеть. Что это было? А, все, заебись. И отсюда все выбежали. Нормально, еще патрон один точно остался. Теперь точно не остался. Даже посмотри, блядь, не могу. Тихо. Тихо, здесь. Вот это, блядь, жестко было. Это, блядь, было жестко.
Угу. Хорошо. Подержи. Да ёп, тир-дир-дир-дир. Кто ещё, блин? Ты? На самом деле хочу всё с млишечкой выиграть. Если уже успею до конца выпуска, в принципе, за сегодня мы прошли две довольно сложные карты. Одну вообще прошли на шару каким-то образом, блять. Я даже хуй знаю, как это получилось. Да еб... Понял, надо стоять возле дверного проема и просто хуесосить всех битой. Сюда все, блядь. Все? Довольны, блядь? Все довольны, блядь? Не пугай меня так. Все. Стратегия Норвегия, блядь. Сейчас нахер... Блять. Сейчас и научимся готовить анусы миди, ёпта. Если нас сзади не будут отбегать некие пидоры. Угу. Мне кажется, здесь немало этих наших товарищей. Говно! Кс. Отлично. По одному подходи. Да я ж первый махнул. Раз, два. Готов. Кто еще хочет? Говно. Говно. Ладно, ребят, тогда в следующий раз доиграем. Спасибо за то, что смотрели. С вами был Коперник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующих сериях. Затянулся этот выпуск. Все, ребятушки, всем пока.